шанти-шантирыв, и мы смотрим костюм флибустьер. Тысяча чертей. Размер 52, рост 4, 4 ростовка, по-моему, это 176. Я могу сейчас ошибаться, не подумайте, что этого не знаю, просто я уже устал от этих ростовок. Мне нравятся наши обычные ростовки. 1,82 м, 1,88 м. Короче говоря, на мой 1,87 м коротко. Явно коротко. На ростовку, а лучше на 2 больше. Потому что если сесть, получается вообще вот так. Но речь не об этом. По размеру 50-52, похож на правду. В данном случае неплохо сидят штаны, мне ничего не жмет. Вот, надо сказать то, что костюм шился не на слишком широких товарищей, но и не на слишком маленьких. То есть на такого среднего охотника по ГОСТу. Не знаю, может. Ну вот, на всякие охотники бывают. Ткань здесь приятная, не шуршащая изнутри. Полиэтиленовая пленка, она поэтому не дышит. Но она достаточно приятная. Влагоотталкивающая. Кармашки вот до сих идут. Вот они. Вот, вот он, вот он, вот он. Все это карман. Боковые карманы на липучках условно грузовые, потому что они плоские. Плоско нашитые, необъемные. Шлевки на 3 пальца. Так. Здесь у нас поясница утепленная. Вот, возможно, стегнуть ее нет. В общем-то, на зиму не надо. Мне, в принципе, все нравится. Манжеты достаточно плотные. Тут такая хорошая плотная резиночка. Вот они вот мне вообще не жмут. Но если их оттягивать, начинается уже напряжение. Кармашки. У нас есть карман. Вот сжигалку или под сотовый телефон. Вот. Можно сотовый телефон убрать. Или ракетницу. Что-нибудь такое маленькое. Дальше вот еще один кармашек. Сделан по низу. Достаточно удобно, кстати. Сверху карманов нет. Вточных карманов я тоже не наблюдаю. С этой стороны карман повыше. Вот. Никаких утяжек, ничего нет. Закрываемся. Утеплитель. Аналог холофайбера. В общем, синтепон прокачанный, если по-русски. Курточка обещает быть довольно теплой. Несмотря на то, что ткань не дышащая в помещении, мне пока комфортно из-за общего объема костюма. Он приятный такой. В общем, пушистый. Здесь важно, пуговица на кость ложится, не на горло. Капюшон тоже утепленный. Ой, воротник утепленный. Так, смотрим. Сделано в России, по качеству вообще никаких нареканий. Все не то чтобы очень хорошо, но все хорошо. Вот. Что мне не нравится, когда вот так вот сделаны карманы, к сожалению, они почти всегда так сделаны. У меня просто когда-то такой карман порвался. Смотрите аккуратней. Рукавы карманы, рукогрейки за утеплителем. Не очень большие, но руку засунуть хватает. На этом карманы заканчиваются. Смотрим капюшон. Капюшон весьма приятный, крупный. Обзор старается не закрывать. Нет возможности его застегнуть, к сожалению. Вот обычные простейшие утяжки. Без выкрутасов. Ну, может, оно и неплохо. И возможности уменьшить его объем сзади тоже нет. В целом, костюм флибустьер мне нравится. Свои деньги вообще отличная вещь. Простой, теплый. Единственное, что слишком сильно активно бегать в нем, наверное, все-таки не надо. Потому что мембраны нет. И если будет влага, влага будет оставаться изнутри. И может там начать собираться. И есть даже небольшой шанс, что вы можете из-за этого немножко его проморозить. Потому что вот ткань, под ней утеплитель, соответственно, влага может засесть в утеплителе. Если ходить более-менее умеренно и не выделять слишком много пара, тут отличный вариант. Ну, здесь растяжная. И глобально мне он нравится. Если бы я не знал, что здесь пленка, я бы вам, наверное, даже так и не сказал, потому что это не чувствуется. Шанти-шантиров, если было полезно, ставьте лайки. Утяжек здесь по низу нет. Предполагается, что мы это одеваем на сапоги. Костюм покупки рекомендовать, в общем и целом, могу. Мне кажется, для российских условий самое оно.